Ребята, добрый вечер. Канал Иван Ди 73. 24 февраля. Друзья, нас снова засыпает снегом. Смотрите, что у нас тут творится. Кстати, время уже где-то минут 10 уже первого ночи. А нахожусь я сейчас на МКАДе, 6-й километр. Заехал в магазин запчасти. Надо поставить, купить новую лампочку. Обязательно. Работу закончил поздно. Вот, смотрите. МКАД у нас едет. Едет МКАД, ребята. Снег валит. Ну, правда, слава богу, хоть не очень холодно. Вон на той стороне вон магазин автозапчасти. Сейчас в него приду, зайду, куплю лампочку, поеду дальше. Сейчас мы с вами здесь поднимемся по этому пешеходному переходу. У нас там кали такие вот пешеходные переходы. Ступеньки, как видите, освещение. Даже есть камера безопасности. На ту сторону с вами перейдем. Это уже до магазина. Вот такие здесь у нас с вами переходы. Все грязно, все заляпано. Практически ничего не видно. Погода шикарная. Ребята, просто погода шикарная. Но осталось буквально потерпеть пару-тройку недель, и все. Уже будет нормально, полноценная весна. Так, спускаемся вниз потихонечку. Отлично. Просто шикарно. Так, сейчас мы с вами выйдем уже на улицу. Увидим магазин. Так, вот нужно будет магазин. Друзья, это был канал Иван Ди 73. Всем удачи, берегите себя, очень скользко на улице. Всем пока, всем хорошей ночи, хорошего утра.